Сидим, рыбачим. О, ничего себе, какой акушара. Давай. Ни хрена себе. Грамм 700, наверное. Это хорошо. Нормально. Район парома. Вон паром стоит. Так вот. Тихо, нахуй. Сейчас я сплю тебе, блядь. А что ты, блядь, дрочишься? Рыбачим, сидим. Сегодня что-то опять плохо клюет. Вон там мальчик, подлещика. Вот он такую штучку вот. Я в шоке вообще. Как он клюнул на такое вот. Вообще. Это нормально, в принципе. Ладно, будем дальше рыбачить, искать. Где он стоит, окунь с щучкой. Вот он сидит. Рыбак. Давай поймал. Да, щуку поймал. Пол ведра почти налил уже. Хороший. Полностью, смотри, заглотил скотина. Ничего себе. Вот он. Машинное масло, приманка. Да. Я. Советский Союз. Да. Маленький. А где у вас пивком? Маленький. Один джигу. Я фиг знаю. Давай. Хороший. Пойдет едовой окунь. Хороший. Ну, поднимается от дна рыбка. Понимаете, да? Да. С утра что-то скучно было. Вечер повеселее. Поднялась. О, заброс есть. Давай его сюда. Килограмм. Ни хера себе. Еле тащу. О, хороший. Хороший. Чувачила. Побольше таких. Да. И я поймал хорошего такого. Ну, да. Что там, оторвал? Да. Летел. Какой хороший пушок. Сейчас подцеплю его. Сколько? А, блин, ладно, сейчас. Сейчас точно можно. Кого-то прет, Иваныч. Кушочек. Хороший кушочек. Хороший. Вот так вот тебе. Девочка. Ставьте лайки. Нормально, что. Серьезно идет. Щука, наверное. Значит, если бы не обрезал, поводка там нету. Ух ты! Ой-о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 й. Фрикцион. Ни хрена себе, что такое там? О, не знаю. Ни хрена себе! Ближе сюда его. Не смогу, ближе, давай сюда. Ни хрена себе!
У нас молоко еще, а? Чудо, чудо. Ну килограмм точно есть. Чудовище какое, ни хера себе. Охренеть. Тяжеловато. Нормально, нормально. Ох, ох, ты тоже привет, ну что там? Точно сидит. Ничего себе. Поймал. О, как я снимаю. Поймал? Стой, 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 стой. О, кручу. На телефон снимаю уже. Левой рукой. Вот так вот. Что ты, сука? Вот так вот. И вообще красота. Вот еще. А? Поклевочки. О, уже пол ведра. Какие-то 15 минут. Возьми джигу, надень. Сейчас. Щука. Давай сюда ее. О, хорошая. А, не такая же, килограммчик полтора. Опа. Третья щука. Да. Вот что пизда разорвется. Расшипели чем-то ее. Нажми на жабру здесь вот. Опустила собой. О, хорошо. Вот так мы ловим. Вот так мы ловим. Э, подожди. Да? Видал? Да, нормально. А один и там второй, подними своего. Вот. Дуплет. Хорошо. One moment, сэр. Надо покупать эту GoPro-шку, камеру. Повешал ее, снимай. Никак не в телефоне. Вот они. Два братика, акробатика, полосатика. Так, все, снимаем. Дальше рыбачим. Все, приехали в лагерь. Рыбу почистили. Получилось. Чуть больше. 30-литрового пол-литра. А это вот икорка. Окуневая, вон, щучья. Пожарим, посолим. Ну и по традиции борщ сейчас будем варить. Зато один проголодались. Фух. Красота. Осень. Томь. Листья все облетели. Тишина, птички поют, на улице тепло, хорошо. Надо, будем котлетку чистить. Ужин готовим, вот они, пузырьки, окуневые, икра. Икра, окуня, окуня. Так, сварили уже борщик, вот он настаивается. Процесс мне показывали, так как было в том. Что, по-моему, видео снимали просто сварки борща? Это завтрак аристократов на завтра. Да. Заливается яичницей, получается икра окуня под яичками.
Красивая личика. Так что будет вкусно, я думаю. Белок. Я это белок, икра. Ух ты. На улице уже темно. Тепло, на улице хорошо. Погода вообще даже радует. Выезд. Все, начинаем кушать. Вот он, борщ. Сальцо, сок томатный, хлебушек вон и минералка. Минералка. Борисовская. Больше ничего. Всем приятного аппетита. Главная пауза. Всем привет, третий день рыбалки. На вчерашнее место запрос Ивана что-то пред уже. Первый. Так близко не подойти, там леска моя знаю. Что? О. Хорошо. Грамм 300. Я обрыбился. Килограммчика два, я думаю, щучка такая. А что тут? Коробич разогнул, блин. Сейчас достать надо. А это есть как хорош, чтобы верить в нее? Такой нет. Нету. Вот такая. Ну есть плоский, еще один. Дайте тебе плоский. Так, ладно, сейчас вытащу потом. Поклевочки, поклевочки идут. Пушок. Нормальный. Дно закрывается уже. Иваныч. Как у него аландулон сегодня. Натаскал сколько. Стоп! Блин, стоп, 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 стоп. Нет, нет. 2 килограмма. У тебя какая-то приманка волшебная, наверное. Точно такая же. Иваныч вступил в бой с щукой, наверное. Ох ты, елки, какая здоровая. Ни хрена себе крокодил. Опа, она, ну нихера себе, ты это, ослабь перестум маленько. Ты это, давай-ка это, подсак. Подлодка пошла, подлодка пошла. Нихрена себе там крокодилина. Хорошая шука. Подсак, давай. Так, а где он, где лежит-то, в серединке?
здесь играет. Хорошая, хорошая. Сейчас попробуем. Блин, там это. Вот она. Умана-мана. Вот она. Нихрена крокодилина. И все без этого, как его? Без поводка. Ну, блин. Вперед. Ух ты, ух ты. Сама улазит. Тихо. Да не такая же, слышь. Нет, чуть-чуть побольше. Прям, блядь, зацепь. Ух ты. Ё-моё, какие жирные. О, красавицы. Котлетки. Тихо, нафиг. Тихо, нафиг. Все уедем. Вот приманочка. Машина на масло. Видели? Гонял. Не сильно крупно пойдет. С пивом в самый раз. Да. Вот сейчас бы это. Стояли там хариуса ловили бы. До потери пульса. Сразу сюда ехали. Окуня Иваныч выцепил, ни хрена себе. О, красавчик. Охренеть. Да. Молодец. Вот это тяжелый опять придет. Щука, наверное. Знаю. Щука. Щука. По-любому щука. Щука. Тихо. Ни хера себе она там. Так. Ох, нифига там крокодил. Ничего себе. Хорошая зараза. Давай, держи. Что у ней во рту моя? Не, нормально зацепилась она. Но за край. Блин, падла, а. Давай. Опа! Есть. Ура! Красава. Падла. Страшная. Да тихо ты, скотина. По башке ей. За самый край губы, смотри, что. Нету там моего джека? Покеш ее, подержи. Двумя руками возьми.
Йо-йо! Третья щука. Иваныч опять щуку поймал. Так, подсак берем. Нормальная. Режет. Нормально висит. Давай, давай, стой. Оп. Есть. Ты вообще сегодня этот. Наелся чего-то, блин. И ловит, а. Заверно зашибись, цепанул, видишь? Да. Еще одна щучка. Что такое сегодня? Щучий день. Хорошо как. Где пацак? Нет. Ах, падла. Собака. Целая? Целая. Блин. Жалко. Обидно, досадно. Ну, она еле-еле. Еще поклевка щуки. Такая хорошая. Схватила только. Лишь бы сюда. Давай. Все. Окей, убей. Ну-ка, а теперь надо во рту у ней посмотреть, блять. Извиняюсь за выражение. Там моего нету случайно этого? Нет. Да, уплыла. Крыса. Давай по башке и шмякни. Приехали. Угу. Покушать борща. Хлебная. Хлебная. Спали сегодня. Рыбу наловили. Да. Опа. Борщ классный, смотрите. О, какой. О, перчик-то покуси. Перчик, вот он. Вот он, перчик. Ну, кусай. Перчик. Классный. Давай. Сальце. Кусай перчик. Чуть да попозже. Я снимаю это, давай. Надо чокнуться, чтобы перчик бахнуть. Ладно. Держи, фашист, гранату. Давай. Красота. Снять нахуй. Нормально, что ты? Может, на себя даже? Где реакция? Нет никакой реакции. Нормально. Перчик. Ладно. Ваш перчик. Вот он лежит. Борщ классный. Все по фуншу. Красота. Рыбу наловили. Борщ поели. Перчик съели. Ну вот он. Итог сегодняшнего дня. Вон, щуки. То есть на нога моя вот.
две ноги моих. Ну и там посолился шкуру ведра. Сейчас почистим. Немного подсолим. И поедем завтра еще на рыбалку. Ну вот, еще съездили. Вечерком порыбачили часок. Там полкана почти. Щучка. И штук 8 окуней. Сейчас досолим их еще сюда. А здесь на щуке. Блин. Вот щуки. Окуни. Вон там еще посолю. Ладно. Все, посолил рыбу, кан помыл. Уже вечереет, прям темно уже. Вот наш пятачок зажегся. Сейчас поужинаем. Да спать ложиться, завтра домой поедем. Утром погода нормальная будет, рыбачим еще. Вот так, нормально, отрубачили 3 дня. Килограмм 20 окуней и килограмм 15 щуки поймали. Да, Иваныч? Давай. Килограмм 20 окуней поймали, да? И килограмм 15 щуки примерно. Это так. Да. Так, ладно, завтра увидимся. Спокойной ночи всем. Вот третий день, четвертый день рыбалки. Опять щучка у Иваныча. Давай вот левый борт ее. Подлечить ее на штучки бабахнет вообще для курки. Не, я левый не спал рукой. Да. О, переверни. Все, готов. Ладно, дальше рыбачим. А, вот у них нормально немножко. Карты даже не лезет. Погода, конечно, горячая, холодно. Все, вот рыбачи приехали, помыли щучку. Там штук 8 окуней еще почистим. Будем собираться на улице Тупак. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, всем пока, увидимся. Иваныч.